Здравствуйте! У каждой хозяйки есть свой любимый рецепт приготовления блинов. Я хочу поделиться рецептом моих самых любимых блинчиков. Заварные блины на кефире получаются особенно вкусными, необыкновенно нежными и такими ажурными. Если уменьшить в рецепте сахар, то можно смело заворачивать в них любую начинку. Для приготовления вкусных заварных блинчиков нам понадобится 1 стакан кефира, 2 куриных яйца, 1 стакан муки, 3 столовые ложки растительного масла, 2 столовые ложки сахара, пол чайной ложки соли, пол чайной ложки соды, 1 стакан кипятка и сливочное масло, чтобы смазывать готовые блинчики. Яйца, сахар и соль взбиваем в глубокой чашке. Ингредиенты можно смешивать с помощью венчика вручную, а можно воспользоваться миксером. Медленно добавляем стакан кипятка и продолжаем взбивать. Образуется пена, поэтому чашку обязательно берите глубокую. Затем добавляем кефир и также продолжаем взбивать. В просеянную муку добавляем пол чайной ложки соды и хорошо перемешиваем. Высыпаем сухую смесь и перемешиваем тесто до однородности. В самом конце добавляем растительное масло и еще раз перемешиваем. Можно жарить блинчики. Сковороду смазываем сливочным или растительным маслом и хорошо разогреваем. С помощью половника наливаем немного теста и распределяем его ровным слоем по сковороде. Жарим блины на среднем огне примерно по минуте с каждой стороны, до золотистого цвета. Каждый готовый блинчик смазываем сливочным маслом. Подавать блины можно с вареньем, медом или со сметаной. Они получаются очень вкусные. Сохраняйте рецепт и обязательно попробуйте приготовить. Приятного аппетита! А еще больше интересных и вкусных идей для завтрака, обеда или ужина вы можете найти на моем канале «Анастасия и мир любимых рецептов». Всего вам самого доброго и наилучшего! До новых встреч!